Итак, последний бой сегодняшнего вечера, который определит, кто носит штаны в этой паре. Фидоскин лево против Гога Чип. Фидоскину надо выиграть аж 4 боя. Гоге достаточно двух. Но в одном сете. Хорошее начало. Да. Пока что она не просто за оленя. Читает. Очень шустро отжал бёрсты всю жизнь. Это ничего не значит, когда ты играешь против Чипа. Нет, вот это неплохо. Пока все идет в сторону Фидоскина. Перфект. 77 секунд, перфект. Так называемый джекпот. Потный джек. Вот у нас пока Фидос, но хорошо справляется. Уходит из угла просто почти бесплатно. Тех трапа не было от Гоги. Очень странный микса был. Два хита дружок. Вот хоть кто-то готов к этой... Он готовился к этому, да. Молодец, Лес. Тоже заслужил свое место в этом гранд-финале. Миксап со спины. Спиной. Ох, как хорошо-то, а! Чуть подожди. Еще раз! Просто... Жаба хитра, но маленький хрущ с винтом. Много ее хитрей. Все болеют за Фидоскина. Ну, в итоге много матчей в запасе, на самом деле. Может этот матчап изучить досконально. Более пассивное начало от него. Гамма Блейд. Быстренько зажал в угол. Вот, хорошо отбоечный ДП. Красав, да. К этому оказался не готов Фидоскин. Бейчит ДП, летает вокруг. Хороший бросочек. Спинной миксап проигрывает Урса, конечно. Но реакция на сделанную ДП шикарно. Не наказывается Дальфа. Бросок. Боги и... главное получить по Фидосу нокдаун, чтобы выйти в миксап. Красав, сейчас РЦ. КС просто по-геройски. Надо было супер туда делать. Дед Энгл. Пользует все свои защитные опции. Гога как настоящий. Да, ДП, красавец. Просто мужик. Гога Блейд приносит победу. Была попытка выйти на реку, но перебили в самом начале. Низ КС опять работает. Как Стаханов постоянно выдает свою норму. Что лучше даст, тогда подождать и даст. Гог это нога не надо. Очень плохая ситуация. Быстро забежал под падение. Молодец. С разрезом. Но увлекся слишком ловлей на блесну. Блесшилд вообще не на руку был. И даст. Ой, и даст. Это у Фидоскина прям все внутри рухнуло, да. Я смотрю. Все подпорки как-то треснули. 1-1. Это уже маячит перед первым местом Гагюн опять. Нащупывает рукоятку. Это у нас кубка. Это у нас третий бой. Да, третий бой. Но по законам хайпа должен выиграть Фидоскин. Резет на сеточку, чтобы все занервничали, схватились за валидол. Пока вместо этого он хватается за нормалы Чипа. ДП. Животворящий ДП. Царственный. Отсиживается в обороне, как легионер римский. Куда этого бросают. Опять бёрст. Не прошел. Очень оппортунистский бёрст у Фидоскина. Он как-то каждый раз на него ставит какие-то большие прожитки. Гока вместо этого стабильненько, бынь-бынь по голове. Решил, не угадывает опять Фидоскин. Не идут у него риды. Спиной миксап, хорошо бэкдэшился. ДП. Джампкик, все пускает в ход. Опять ДП. ДП. Против лома нет приема, если нет другого лома. У Гоги лом есть. Он встает сейчас комфортно ногой на Tournament Point. Берет бейтит ДП и панишит его нормульненько. Миксапчик.
хороший спасительный бурст, но кроме него надо что-то еще предложить. Кушает ХС. Но ДП. Ну, пока только ДП в пользу Сидоски, но все остальное валится из рук. Я задумался над комментарием Ромео. И я придумал лучший пикл-аплайн для той мэй. Изи-пизи, лемон-сквизи. К сожалению, не вышло Сидоски на совершить апсет года.